Беларусь в топ-5 зарубежных экспонентов на крупнейшей выставке в Ташкенте, главном событии в сфере пищевой промышленности и продуктов питания в Узбекистане. В этом году отечественные компании презентуют широкий ассортимент мясной и молочной продукции, сыров, соков и десертов. Синёкая представлена национальным павильоном. В Беларуси расширены возможности поступления для абитуриентов с золотой медалью или красным дипломом колледжа. Данная категория выпускников может без вступительных испытаний поступить практически на все специальности в региональные вузы, за исключением определенного перечня. С наступлением тепла в республике активизировались клещи. На протяжении последних 5 лет в стране регистрируется в среднем около 2000 заболеваний клещевым боррелиозом и более 200 случаев энцефалита в год. Специалисты призывают использовать различные меры защиты, во время прогулок проводить само- и взаимоосмотры. В Бобруйске активно обновляют тротуары. В этом году приводить в порядок дорожную сеть начали раньше, чем в 2023-м. Работы по ремонту идут на улицах 50 лет в ЛКСМ Дзержинского, Ковзана, Новошоссейной, Социалистической, Чангарской. Кроме того, для удобства людей с инвалидностью укладывают тактильную плитку. Мужской хор Всехсвятский впервые в Беларуси готовит серию вечеров великопостных песнопений «Весна духовная». В Бобруйске светлое событие пройдет уже сегодня в 18:00 в Никольском кафедральном соборе. Вход свободный.